Добрий день. Як ви розцінюєте відставку Гонтаревої? Чому тільки зараз вона сталася? Наскільки вона пов'язана безпосередньо з тим, що Гонтарева справді виконала свою місію, да, і стабілізувала макрофінансові показники? Чи все ж таки тут є ще й політичний момент? Зокрема, можливо, МВФ висувало подібну вимогу щодо звільнення Гонтарева, а можливо, це якісь кадрові перестановки перед звітом уряду Гройсмана? Які у вас думки щодо цього? Уважаемые друзья, понятно, что Гонтарева – это креатура президента, поэтому все представители фракции БПП будут рассказывать о несокрушимых победах, которые принесла ее деятельность. Но я напомню, что когда она пришла на пост главы Национального банка Украины, курс гривны был 12 за доллар. На сегодняшний день порядка 27 гривен, то есть валюта обвалена более чем в два раза, разрушено порядка 90 банковских учреждений, все коррупционные выводы денег за границу в виде рефинансирования, по которым, я думаю, еще предстоит серьезное разбирательство, было сделано благодаря, благодаря ей, поскольку она возглавляла регуляторы, все платежи, соответственно, были с ней согласованы, поэтому она является, на самом деле, самым главным подельником и свидетелем преступлений этой власти. На сегодняшний день мы прекрасно понимаем, что после вывода этих денег в офшоры, нашими же деньгами, то бишь деньгами наших налогоплательщиков, компенсировались так называемый фонд гарантирования вкладов. И нашим вкладчикам выдавалось по 200 тысяч гривен. Сколько юридических лиц потеряло свои средства, сколько заемщиков было наказано в результате ее работы, еще предстоит очень долго и долго подсчитывать. На сегодняшний день, я могу сказать, была нами проделана огромная работа. Вы все прекрасно помните, как 3 недели партия «За життя» выводила людей под стены Национального банка, требовали создания рабочей группы и отставки Гонтаревой. Мы работали со всеми международными институтами, АИРАИ, НДИАИ, с посольствами. Вы помните скандал коррупционный по Рожковой с флешкой, по которой наши правоохранительные органы очень долго не хотели возбуждать уголовные дела. И я через суды спустя 2 месяца заставил НАБУ, прокуратуру и МВД возбудить уголовные дела, в ходе которых сейчас, расследования которых проходят обыски в Национальном банке Украины. На сегодняшний день, безусловно, Гонтарева уходит в отставку, поскольку кольцо вокруг нее просто сжимается. Это и уголовные дела, это и общественность, да, которая сейчас протестует против нее. Но я не считаю, что отставка – это полная победа, это закономерное следствие, да, ее деяний. Но я думаю, что самое важное, чтобы было проведено полноценное, полномасштабное расследование преступлений, воровства денег у украинцев, вывода их за границу и, естественно, справедливая оценка ее деяниям. Я бы очень попросил активистов не заниматься сегодня вандализмом, а сделать все возможное для того, чтобы она не покинула территорию Украины. Напомню, это ключевой свидетель по всем преступлениям и по выводу денег в результате коррупционной деятельности этой власти в офшоры. Вот это наша основная задача. И следующая задача, чтобы новому главе НБУ было неповадно становиться орудием в руках коррупционеров в нашей стране. От, пане Евгенію, а хто може стати новим керівником Національного банку України? Які тут можуть бути розклади, там, можливо, всередині коаліції, там, Міжнародним фронтом, блоком Петра Порошенка? Знову ж таки, Гройсман буде скоро звітувати, ну, має принаймні звітувати за рік своєї діяльності. От що думаєте, хто може посісти? І чи це зміна взагалі голови Національного банку України покращить життя українців? От долари буде так само під 27? Як ви думаєте? Смотрите, я бы вообще не вел дискуссию, вернее, не уводил ее в сторону персоналии, которая следующая возглавит Национальный банк Украины. Нам надо говорить о том, что подобное, то, что случилось с банковской системой, больше никогда не должно повториться. Ведь на сегодняшний день одна из основных проблем экономики – это отсутствие внутреннего инвестора. В ходе деятельности Гонтаревой, банкротства банков, мы имеем порядка 30 миллиардов долларов под подушкой у наших внутренних инвесторов, то есть у наших граждан. Это те деньги, которые на сегодня превышают бюджет Украины в 1,5 раза. Это те деньги, которые не работают в реальном секторе экономики и не позволяют нашим внутренним производителям развивать бизнес. Мы говорим тут об отраслях, о миллиарде кредитов. Да, это уже национальная идея, которую нам постоянно подбрасывает Порошенко и Гройсман. Ребят, у нас достаточно внутренних активов, которые должны работать на благо нашей страны. А для этого нужно восстанавливать
восстанавливает доверие к банковской системе. В первую очередь нужно 100% гарантирование всех депозитов. Нужно снижение учетной ставки НБУ. Напомню, при Гонтаревой она достигала 30%. Но любой вам бизнесмен объяснит, что при такой ставке по кредитам невозможно обеспечить норму рентабельности ни для одной из отраслей. Да, сейчас она снизилась, но это все равно недостаточно. Все правительства после всех мировых кризисов, после мировых войн использовали политику дешевых денег. То есть деньги, которые будут работать на возобновление инвестиционного климата и на восстановление бизнес-активности в стране. Вот это должна быть следующая задача. И фамилия главы НБУ нам совершенно не важна. Нам нужны четкие приоритеты, которым он будет следовать. Нам нужен элемент контроля для того, чтобы они не становились послушным инструментом в руках коррупционной власти, о которой уже знают во всем мире и благодаря которой в нашу страну не идут внешние инвестиции. Да, Евгений, еще одно питание, еще одна новина сегодняшнего дня. Нацкомиссия Держрегулирования энергетики и компослуг скасувала свои решения про введение абонплаты за газ. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, а что это было? Спочатку запроваджують абонплату, потом скасовують? Чи це взагалі не очікується, ну, можливо, якісь ще інші кроки влади відносно от на газовому ринку? Можливо, підвищення ціни на газ для населення? І в даному випадку ми просто спостерігали от такий, ну, такий процес для відволікання уваги. Що думаєте, чого чекати далі? Смотрите, власть наглеет ровно настолько, насколько мы ей позволяем. Знаете, вы коленку подставьте, а на шею я сама залезу. Это как раз вот они. Они подняли нам тарифы, да, к сожалению, мы в рамках тарифного сопротивления тоже выводили людей, собирали подписи, но активность общества была невелика, все боялись провокаций со стороны власти, взрывов, террористических актов и так далее. Тарифы у них получилось. Они обанкротили банки, они провели аферу с национализации приватбанка, и общество молчит. Естественно, они пытаются вводить новые завуалированные формы налогов дополнительных, которые лягут бременем на конечного потребителя, то есть на каждого гражданина Украины. Вот сейчас удалось консолидировать общество, блокировать трибуны, проводить разъяснительную работу, власть просто испугалась. Ведь что такое абонплата? Смотрите, в состав тарифа вкладывается добыча, переработка, транспортировка. И это все является составными частями тарифа и входит в стоимость на газ. Но, к сожалению, нам не показывают составляющие. Да? Мы с вами неоднократно обсуждали это и в эфирах всех телеканалов, и писали соответствующие запросы в НКРЕКП. На сегодняшний день состав тарифов для нас неизвестен. Поэтому я думаю, что это была такая неудачная попытка с их стороны внести еще один налог, который и так уже есть в цене на газ. Я вас поздравляю с тем, что нам удалось это отстоять, но я считаю, что справедливая цена на газ будет только в том случае, если мы, как страна, которая добывает достаточно газа, чтобы обеспечить внутренние потребности, будем рассчитывать цену на газ по формуле, которую я зарегистрировал в законопроекте 52.90. Это стоимость добычи, транспортировки и переработки плюс 10% норма рентабельности для отрасли. Этот закон зарегистрирован в парламенте уже полгода, и, к сожалению, ни одна фракция его не рассматривает, не носит сессионный зал, потому что они финансируются за счет финансово-промышленных групп, которые добывают этот газ. И это самый большой коррупционный обман наших граждан. И это та схема, на которой сейчас зарабатывает правительство. Они зарабатывают на газе, и они зарабатывали на том, что положили всю банковскую систему и все наши деньги вывели в офшоры. Это второй вопрос, с которым надо бороться. Маленькая, но все равно победа. Благодарю всем, кто приложил к этому руку, но я думаю, что нам нужно разбираться непосредственно с ценой на газ. Это гораздо большие деньги, которые в виде дополнительного налога, я вот вам точно говорю, коррупционного, вытаскиваются из кармана каждого украинца. Да, мы вас почули. Дякую, Евгению, за відповіді. Евгений Мураєв, народний депутат України, був з нами.